смотрите, нас одели. И вот мы жители витрин, салонов, залов. Мы манекены, молчаливые модели. Мы только копии живых оригиналов. Но поставь любую позу, положи, да посади. И занем нашу позу. Манекен впереди. Нам хоть Омск, хоть Ленинград, хоть пустыни Гоби. Мы не требуем зарплат, пенсий и надгробий. Мы манекены, мы без крови и без кожи. У нас есть головы, но с ватными мозгами. И многим кажется, мы на людей похожи. Но сходство внешнее, почти между нами. Мы выносливее, и где-то мы надежнее. В этом суть, элегантнее одеты и приветливее. Чуть-чуть. На всех сидит наряд, только и в точку. Мы стоим, ширим, говорят, локоть, каточку. Мы спокойнее суперменов. Если где-нибудь горит 0-1 из манекенов, ни один не позвонит. Не кричим мы, лимузин, даже не деремся. Унеси весь магазин, мы не шелохнемся. И наши с вами жаль допускают все же промахи и срывы, плохие копии живых оригиналов. Посмотрите на витрины, на подбор все как один. Настоящие мужчины, квинтэссенция мужчин. На любой, на вкус, на цвет, на любой оттенок. Да и женщин в мире нет лучше манекенов. Мы просто копии живых оригиналов. Мы манекены, молчаливые модели. И вот мы жители витрин, салонов, залов. Мы просто копии, но смотрите, нас